Избирательная комиссия – орган коллегиальный, а потому все решения здесь принимаются совместно, путем голосования. Помимо текста и формы избирательного бюллетеня, члены избиркома принимают и порядок их изготовления. Кстати, изготавливать подобные материалы имеет право лишь одна типография, расположена она на территории Краснодарского края. Доставляться в Сочи бюллетени будут в два этапа – для проведения досрочного и основного голосования. Всего планируется изготовить 300 тысяч избирательных бюллетеней. Как и требует закон, не менее 70% от числа избирателей. А на 1 июля и в городе зарегистрировано более 320 тысяч. Мы также сегодня принимаем решение об утверждении макета плаката кандидата на должность главы муниципального образования город-курорт Сочи. Вот такой плакат будет размещен в помещениях участковых избирательных комиссий. Безусловно, формат будет гораздо больше, то есть избиратели могут ознакомиться с биографическими сведениями кандидатов. Что касается кандидатов на пост главы Сочи, то у них сейчас идет агитационный период. А избирателям напоминают, что форму голосования каждый выбирает сам. Воспользоваться можно правом досрочного голосования с 3 по 13 сентября. Правом голосования на дому могут воспользоваться сочинцы с инвалидностью или по состоянию здоровья. Для этого необходимо заранее написать заявление в избирком. Тогда члены участковой избирательной комиссии 14 сентября придут по указанному адресу с переносными ящиками. Напомню, до дня выборов главы Сочи осталось 25 дней.